We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Distinguished ladies and gentlemen. Уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги, мне выпала честь быть с вами сегодня, и я рад, что мы можем остановиться на очередном пункте нашей программы. Это панельная дискуссия высокого уровня о развитии цифровых технологий и построении потенциала в области цифровизации. Впервые Польша является хозяином цифрового саммита ООН. Это 16-й выпуск IGF. Сегодня с нами лидеры цифровизации, лица, принимающие решения. И сегодня у нас будет шанс их непосредственно послушать. Мы очень рады, что у нас на сцене замечательные участники, эксперты. Госпожа Хория Алимади, министр по инновациям из Эфиопии. Затем Тереса Червинская, вице-президент Европейского инвестиционного банка. Мария Франческа Спартолизано, которая представляет бюро представителя ООН по технологиям. Господин Вердикт, который является и господин Виктор Макаровс, который является специалистом из Латвии. Мы выслушаем также краткое выступление господина Дмитрия Чернышенко, заместителя председателя правительства Российской Федерации. Российская Федерация будет хозяином следующего выпуска в 2025 году. Несомненно, цифровая трансформация, регулирование интернета – это важнейшая тема сегодняшнего дня. Это источник большого потенциала и также огромных вызовов. Пандемия COVID-19 подчеркнула очень много негативных последствий пандемии интернета, в частности, в отношении предпринимательства, предпринимательской деятельности. Именно предпринимателям пришлось сталкиваться с трудностями. Согласно отчету Всемирного банка и Польского агентства по развитию предпринимательства, 32% польских компаний начали пользоваться интернетом или стали более усердно пользоваться интернетом. Социальные сети, цифровые платформы для бизнеса – это все элементы, с которыми сегодня мы сталкиваемся и которые мы наблюдаем. Начну с открытого вопроса ко всем участникам нашей панели. Опираясь на свой собственный опыт, какие вызовы вы видите у нас впереди в отношении цифровой трансформации? В каких областях потребуется регулирование и вмешательство в этом плане? У нас ограничено время, и поэтому большая просьба, чтобы вы ограничились к кратким трехминутным выступлениям, ограничились такими краткими выступлениями. Сначала госпожа Хория Алимахти из Эфиопии. А вы готовы взять слово? Да, вам слово предоставляется, госпожа министр, вам слово. Вы могли бы повторить вопрос? Да, опираясь на ваш опыт, какие вызовы вы замечаете в отношении цифровой трансформации в
предстоящие годы и где потребуется законодательное регулирование. Спасибо, господин модератор. Как вы знаете, цифровая трансформация – это особый путь. Это путешествие, динамичное, быстрое путешествие, требующее многосторонней вовлеченности. Это означает, что все мы должны заметить эту необходимость быстрой цифровой трансформации. В моей стране мы приняли первую стратегию развития в области цифровизации. Это стратегия 2025. Она подчеркивает необходимость предпринять очень быстрые и решительные шаги для того, чтобы такая трансформация сбылась. Если мы не освоим быстро цифровые технологии, тогда, к сожалению, мы не сможем воспользоваться важнейшими возможностями для развития, если у нас не будет должной инфраструктуры и связи, тогда мы не сможем думать о кибербезопасности, не можем думать о повышении умений, цифровых компетенций. И также большой проблемой может оказаться не отсутствие правовых рамок цифровой трансформации. Очередной важный фактор, о котором я хочу сказать, это необходимость смелого лидерства. Мы должны использовать потенциал, связанный с цифровой трансформацией. Однако лидеры отдельных стран должны принять на себя обязанность, чтобы быть более вовлеченными в эту сферу. Так что нам необходимо новое мышление и решительная вовлеченность лидеров отдельных стран. Давайте помнить также о том, что мы не можем упускать из виду всей сложности цифровой экосистемы. Здесь нам нужен критический подход со стороны важнейших заинтересованных сторон, стейкхолдеров и лидеров. Я считаю, что если мы не подойдем смело и быстро к этой теме цифровых перемен, мы не сможем успевать и мы не сможем преуспеть. Что касается регулирования, цифровая трансформация требует очень динамичной экосистемы среди предпринимателей, работающих в сфере новой технологии. Такая экосистема также требует определенной политики регулирования, которые могут поддерживать развитие новых технологий и инновации. Так что хочу сказать, что такие инновационные решения в области регулирования требуют многосторонней вовлеченности и участия во время введения такого регулирования, которое должно поддерживать инвестиции в новое предпринимательство. Это вызовы, которые я вижу у нас впереди в ближайшее время. Огромное спасибо, госпожа министр. Спасибо большое за вашу перспективу. Очень важно, что вы неоднократно говорили о многостороннем участии. В 2022 году очередной выпуск пройдет именно в Эфиопии, то есть ваша страна будет хозяином встречи саммита IGF. Сейчас председатель Тереса Червинская. Спасибо огромное за приглашение принять участие в этой панельной дискуссии. Я с радостью представляю Европейский инвестиционный банк перед такой аудиторией. Европейский инвестиционный банк, вся наша группа банковская, является крупнейшим многосторонним субъектом финансовой организации. И мы являемся поставщиком финансирования для инновации, для смягчения изменения климата и для развития цифровизации. Мы говорим о 77 миллиардах евро в каждом году.
такие события, как сегодняшний саммит, очень нужны, потому что восстановление экономики по-прежнему остается непостоянным, и цифровая трансформация может помочь нам разрешить вопрос неопределенности. Я поэтому очень рада, что могу представлять нашу группу. По нашему мнению, существуют ключевые вызовы на пути к полной трансформации. Прежде всего, это большой разрыв, цифровой разрыв между Европой и другими ключевыми экономиками и континентами, и неоднородная картина цифровизации в разных регионах Европы. Сегодня хочу поделиться с вами европейской перспективой, точкой зрения, хотя многие из наших партнеров ведут свою деятельность также и в других уголках мира. Так что, что касается цифрового разрыва, мы говорим сегодня о том, что цифровизация играет весьма важную роль как процесс, который позволяет вводить инновации и устойчивое развитие. Одновременно цифровая трансформация требует огромных капиталовложений. Согласно последним оценкам, этот цифровой разрыв между Европой и другими ключевыми экономиками – это более-менее 1% ВВП в год. Так что это достаточно большой пробел, если мы примем во внимание уровень финансирования. Для нас очевидно, что спрос на цифровые технологии, экологические технологии будет очень важным маховым колесом изменений. Что нам нужно для цифровой трансформации, экологической трансформации? Это структурные изменения, а именно нам нужны крупные инвестиционные программы, и поэтому сотрудничество между частными игроками и государственными игроками является необходимостью. Конечно же, цифровой разрыв – это не единственная наша забота. Европейский Союз подчеркивает также необходимость оценки уровня цифровизации в разных регионах и в разных отраслях в странах-членах ЕС. И мы знаем, что уровень цифровизации неоднократно находится ниже среднего в ЕС. И эти регионы требуются в особой поддержке благодаря инвестиционным программам. Мы хотели бы заняться этим инвестиционным пробелом в разных регионах ЕС, и поэтому наша группа, банковская группа, то есть Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, в сотрудничестве с Европейской комиссией мы запустили программу инноваций, цифровых инноваций, и мы надеемся, что такого рода сотрудничество будет способствовать реальной цифровой трансформации и экологической трансформации. Так что, возвращаясь к вашему вопросу о важнейших вызовах, я думаю, что именно вот этот цифровой разрыв и разрыв финансирования – это важнейшие вызовы. И мы должны также помнить о больших разницах между разными секторами, отраслями. Спасибо огромное, госпожа председатель. Это была интересная перспектива, точка зрения Европейского инвестиционного банка. Мы говорили о финансировании. Мы еще к этому вернемся. Наша следующая выступающая Мария Франческа Спаттализано, которая представляет бюро секретаря, генерального секретаря ООН по вопросам технологий. Пожалуйста, вам слово. Огромное спасибо. Для меня это большое удовольствие, что я могла оказаться среди вас. Я очень рада, что могу высказаться перед такой большой аудиторией, не только на месте, но и в онлайн-мире.
Сегодня во время церемонии открытия мы выслушали очень много замечаний представителей польского правительства, польской власти и других представителей, например, подсекретаря, генерального секретаря ООН. Мы говорили о разных вызовах, о разных трудностях цифровой трансформации. Я не буду об этом всем говорить еще раз, но вот в ООН мы стараемся делать все возможное, чтобы поддерживать разные страны, работать в глобальном измерении, чтобы эти инструменты обеспечивали благосостояние всех людей в мире, чтобы сокращать неравенство, искоренять их. Благодаря цифровым инструментам, новым технологиям, мы хотели бы именно такие вызовы и такие угрозы минимизировать. И такой является наша главная цель. И, конечно же, новые технологии будут все больше определять путь экономического развития как и в развитых, так и в развивающихся странах. И, несомненно, мы должны ввести такие глобальные рамки. И этот процесс уже начался в разных местах. Вы спрашивали о рамках регулирования, о законодательно-нормативной базе. Я думаю, что многие такие решения уже были внедрены, независимо от того, зависят ли они от передовой практики частного сектора или от решения правительства. Но вот вопрос в том, насколько хороши эти правила и эти решения. Конечно, нам хочется, чтобы все люди могли чувствовать себя хорошо в мире офлайн и онлайн, чтобы они чувствовали уважение. Они ищут работу, они ищут другие вещи. Что нам нужно? Нам нужна инфраструктура, гарантированный доступ к этой инфраструктуре, и мы должны также позаботиться о том, чтобы обеспечить соответствующее обучение разного рода сотрудников. Раньше выступала председатель, представляющая Европейский инвестиционный банк. И, конечно же, мы с радостью принимаем информацию о том, что имеют место такие изменения. Когда мы говорим о регулировании, мы должны это определить и подумать о том, что конкретно мы должны регулировать и зачем. Есть разные уровни регулирования. Некоторые из них будут внедряться на страновом уровне, иногда на региональном уровне. Но в рамках Организации Объединенных Наций мы думаем, что новые технологии или интернет – это такое пространство, которое требует глобальных усилий. То есть в рамках ООН мы хотим создавать платформу дискуссий о новом регулировании, чтобы это могло внедряться, скорее всего, на глобальном уровне и было результатом глобального консенсуса, опирающегося на наши ценности. Генеральный секретарь представил план развития сотрудничества в области цифровых технологий. Это должно быть многостороннее сотрудничество, внедряющее важнейшие элементы этого видения. Дело в том, чтобы интернет был открытым пространством, свободным, безопасным пространством. Другие организации или агентства ООН также уже положили фундамент для регулирования, например, искусственного интеллекта или Международный союз электросвязи также разрабатывает регулирование в глобальной электросвязи. Хочу еще добавить одну вещь. Именно в сентябре месяце генеральный секретарь представил свое видение в отчете Our Common Agenda, то есть наша общая повестка дня. И там вы можете найти появляющиеся главнейшие темы, связанные с технологией и
трансформации, где в центре стоит человек. Это очень важный документ. Мы в нем говорим также о так называемом глобальном мировом соглашении, Global Digital Compact. Я чуть побольше расскажу об этом во время следующего раунда. Это был очень важный комментарий госпожи Франчески Спатолизано. Будем это обсуждать на европейском уровне. Появляются новые регламенты, проекты по новым регламентам на европейском, общеевропейском уровне. Это регламент о цифровых услугах или об искусственном интеллекте. Говорим о свободе ведения бизнес-деятельности. А теперь прошу высказаться господина Анри Вердье, посла Франции по цифровым технологиям. Мы вчера уже слышали, у вас немалый опыт по сотрудничеству с предприятиями, поэтому с удовольствием послушаем ваш комментарий. Благодарю. Постараюсь. Предлагаю, чтобы вы снабдились наушниками, я буду говорить по-французски. Нас встречает ООН, поэтому перевод предоставляется на высшем уровне. А если мы хотим создавать цифровые перемены, важно и то, чтобы каждый мог прийти, чтобы поделиться своими мыслями, культурой, идеями, и чтобы мы могли прийти со всем своим разнообразием и ценностями в тот мир, которые хотим создавать. Поэтому давайте дождемся, чтобы все взяли наушники. Отвечая на ваш вопрос, я поделюсь очень простой мыслью. 50 лет тому назад визионеры, иногда академики, придумали интернет и создали для человечества крупнейшую площадку инноваций, доступной для культуры, сотрудничества и экономического роста. Никто раньше о таком и не думал. Интернет – это наше главное общее благо. И это благо изменило мир. Сейчас, по сути дела, нам приходится столкнуться с большими проблемами. Первое, о чем мы уже говорили, это неравновесие в доступе к интернету, а также неравновесие во владении над искусственным интеллектом и другими элементами, теми, которыми общие, и теми, которые принимаются. Мы должны стремиться к сохранению того, что общее. Вот тут публичные данные образования в эпоху искусственного интеллекта. Вторая угроза – это преступная деятельность. Есть преступники, есть государства, которые манипулируют информацией и инфраструктурой, и для этого нужно найти решение. Третья угроза – давайте будем об этом говорить еще, пока было мало сказано – это то, что экономические образцы, экономические схемы некоторых предприятий дегенерируются. Это не интернет создает ложные новости, а соцсети и предприятия, и это придется урегулировать. Но если удалось это сделать с промышленностью, с авиацией, с большинством больших секторов промышленности, то я думаю, что будет возможным отрегулировать и сектор соцсетей. А отвечая на ваш вопрос, дело в том, чтобы найти хорошие законоположения, которые будут уважать этот открытый, децентрализованный, унифицированный интернет, который защищает. И это должны быть положения государства закона, многосторонние, уважающие многие стороны. Многие стороны и уважающие принцип правового государства. Решений много, если говорить об интернете, поэтому я буду уже заканчивать. Есть памфлетист американский, который говорил, что перед лицом любой сложной проблемы есть простое решение, ясное, но ложное. Таких решений давайте не будем искать. Спасибо. И я вам благодарен, господин посол. Значит так, урегулирование показано, но мы не можем позволить себе
регулировать слишком, что привело бы к замедлению цифрового мира. Поэтому стоит уравновешивать этих два аспекта. Теперь прошу взять слово следующего выступающего. Господин Виктор Смакарус, специальный посланник по цифровым вопросам Министерства иностранных дел Латвии. Спасибо. Я вернусь еще к этим вводным словам, которые мы от вас услышали в начале. Вы говорили о том, какой сложной ситуации была пандемия с перспективы польских предпринимателей. Мне кажется, что у нас в Латвии похожий опыт, но есть и некоторые положительные аспекты. Конечно, пандемия имела долгосрочные отрицательные последствия, но они были бы тем более разрушительными, если бы наши предприниматели не были в состоянии использовать некоторые элементы цифровой инфраструктуры, такие как, например, всеобщий доступ к интернету, как, например, публичные или государственные услуги, которые в большой степени прошли цифровизацию. Значит, конечно, можем цифровизацию подтолкнуть еще вперед, но очень многое удалось уже сделать. Люди не ждали, просто они взялись за работу. Конечно, есть такой длиннющий документ в Латвии, который касается нашей стратегии по развитию цифровых технологий. Я представлю только его основные положения. Итак, по цифровизации бизнес-мира, то все это не происходит в вакууме. Не будем забывать о том, что всегда бизнес действует в контексте конкретного общества, поэтому цифровизация касается и всего общества. И первый вызов, если говорить о предприятиях, это настоящее использование и принятие новых технологий. Есть новые и традиционные технологии, но есть и инновационные, искусственный интеллект, технологии, базирующиеся на облаке, большие данные. Далее, вторая группа вызовов – это кадры, человеческие ресурсы. Это зачастую проблемная сфера. Иногда этих человеческих ресурсов просто не хватает, но бывает и так, что у нас недостаточно квалифицированные сотрудники. Отсюда необходимость работать над совершенствованием этих кадров. Следующий вопрос – это человеческий капитал. Тут, например, приобретение сотрудниками основных и продвинутых навыков хотя бы в области информационных технологий. Но дело не только в навыках, но также и во всем более широком контексте, то есть в доверии, в ценностях. Прежде всего, имеется в виду доверие к цифровому миру. Без этого никакие навыки не окажутся достаточными. В Латвии, чем мы можем похвалиться, доступ к интернету весьма неплох. Технология 5G, она внедряется. Мы хотим, чтобы этот процесс ускорялся. На протяжении ближайших 6 лет мы хотим добиться такого состояния, в котором как минимум 4 города нашей страны будут полностью покрыты зоной охвата технологии 5G. Очередной вопрос – это урегулирование в единственном или множественном числе. Латвия – небольшое государство, член Европейского Союза, но мы делаем упор на урегулирование и хотим, чтобы это урегулирование предоставляло возможность справедливо соперничать, чтобы конкуренция не была искаженной, деформированной, чтобы давать шансы и средним предприятиям, чтобы они не проигрывали в своей борьбе с крупными игроками. Надеемся, что соответствующие законоположения в этой сфере будут приниматься постепенно, начиная с будущего года. Надеемся также в связи с принятием президентства Франции в Европейском Союзе в следующем году. И надеемся, что на этом форуме мы сможем поспособствовать принятию нового урегулирования, которые будут очень важны. И ведутся уже в Евросоюзе, ведется обсуждение новых проектов законодательства, которое позволит предпринимателям более эффективно действовать в цифровой
сфере. Спасибо. Мне особенно понравилось ваше примечание о внедрении цифровых технологий малыми и средними предприятиями. Вы говорили о том, что это идет немного медленнее, чем мы бы ожидали. Значит, мы должны сфокусироваться и на этом. Мы должны позаботиться о том, чтобы в государствах-членах именно малые и средние предприятия лучше справлялись с внедрением цифровых технологий. Во многих странах они хуже с этим справляются, чем даже некоторые органы государственной администрации, что может быть неожиданностью. Мы пришли уже к середине нашей дискуссии. Попросим наших технических помощников, чтобы они воспроизвели послание. We all realize that despite the many negative consequences, the pandemic has become the engine of digital transformation. Приветствую участников ИГФ 2021. Мы осознаем, что пандемия, несмотря на все последствия, приводит в движение развитие цифровых технологий, оказывает неимоверное влияние на развитие цифровой экономики. Люди во всем мире охотно используют услуги, предоставляемые посредством интернета. В России этот сектор экономики развивается особенно бурно. Цифровые перемены — это для нас всех общая цель. Также образование в сфере предметов из группы STEM развивается, продолжает развиваться, и мы особенно хорошо справляемся на этом поприще. В нашей экономике действуют сотни и тысячи компаний из области информационных технологий. Создаем программное обеспечение, которое мы даже экспортируем. Равно как и цифровые услуги. Этот сектор развивается особенно бурно, и на протяжении последних лет он вырос на около 20%. Можно сказать, что на данном поле происходит особенно много. Мы становимся все более конкурентоспособными, проводим конкурсы с возможностью предоставления грантов. В ходе этих конкурсов выявляются те предприятия, которые внедряют самые инновационные цифровые решения в рамках этих грантов. Мы передаем заметные финансовые средства для дальнейшего развития. Считаем, что в контексте цифровых технологий необходимо сотрудничество между частным и публичным секторами. Важно также и создание международных правовых рамок в этой сфере. Как вам, наверное, известно, инвестиции имеют особое значение, но необходимо их осуществлять в рамках справедливой системы, справедливой для всех. Необходимо нам подчеркнуть необходимость создавать общий подход к развитию цифровых технологий так, чтобы обеспечить всех участников цифровой среды эквивалентными правами, но и обязанностями. Очень важно для нас и то, чтобы устранять препятствия в урегулированиях, которые приостанавливают развитие цифровых технологий. Очень важным является также все более широкое внедрение решений, опирающихся на искусственный интеллект в экономике. Здесь, конечно, немаловажны этические вопросы, которые в России придется решать. Главным является создание искусственного интеллекта, который будет в центре ставить человека и сработает в пользу всего общества. Мы приняли так называемый этический кодекс по искусственному интеллекту. Этот кодекс был подписан представителями предприятий, высших учебных заведений, а также фондов. В рамках этого кодекса подчеркиваются основные ценности, такие как ответственность, прозрачность, надежность, общественное включение и конфиденциальность. Я хочу также отметить, что существенным является вопрос гармонизации международного урегулирования по интернету, а также по деятельности технологических обществ. В данном контексте мы с интересом смотрим инициативу генерального секретаря ООН по созданию глобального цифрового соглашения. Россия открыта к сотрудничеству и диалогу со всеми заинтересованными сторонами, со всеми компаниями и сообществами. ООН уже подтвердила, что это Россия
будет организовать саммит EGF в 2025 году. Это будет 20-й выпуск. Для нас огромная честь. Мы уже рады, что будем вас принимать у нас, что также подчеркивает сильное положение нашей страны в создании цифровых технологий и общества, опирающегося на цифровые технологии. Хочу подчеркнуть возможность участия в форуме для всех заинтересованных сторон, представляющих все сферы. И мы убеждены, что форум будет иметь практическое измерение, которое поспособствует увеличению безопасности и открытости интернета. Желаю всем участникам плодотворного диалога и интересных дискуссий в ходе форума. Благодарю вас за эту интересную перспективу. Действительно, в 2025 году именно в России пройдет очередной цифровой саммит ООН, то есть будет Эфиопия, потом Япония, следующие страны, в том числе одна, которая еще не подтверждена, а в 2025 году переедем в Россию. Продолжаем наши дебаты, дорогие гости, а теперь посмотрим на предпринимательское измерение в контексте цифровой революции. Будем спрашивать о перспективе малых и средних предприятий, которые играют неимоверно важную роль в цифровых переменах. Весьма существенным элементом для них является финансирование. И здесь возможности финансирования широки, но и потребности в финансировании значимы. Потому что, конечно, инвестиции в различные аспекты цифровых технологий могут быть значимыми. Время у нас убегает очень быстро, быстрее, чем мы ожидали. Поэтому я прошу пригласить вас к тому, приглашаю наших докладчиков взять слово на две, не более трех минут, и задам всем нашим гостям открытый вопрос, всем, кто собран здесь в Катовице. Итак, бизнес-вопросы. Каким образом мы можем поощрить стартапы и компании из сектора малых и средних предприятий вводить инновации и в большей степени пользоваться цифровыми технологиями? Какие модели финансирования вы могли бы им порекомендовать? Может, государственные инвестиции или венчурный капитал, совместное инвестирование, сотрудничество между отечественными и зарубежными инвесторами? Каковы ваши предложения? Что бы вы об этом сказали? Еще раз огромное спасибо, господин модератор. Спасибо за ваше терпение. Во-первых, мы должны сказать, что то, что мы сегодня воспринимаем как инновацию, это проекты, которые были начаты стартапами, заметившими потенциал некоторых решений. Так что мы должны поддерживать стартапы с самого начала их работы, их существования. Когда вы приедете в Африку, вы, несомненно, встретите многих молодых людей, очень творческих молодых людей. У них очень много замечательных идей, их надо поддерживать. Развивающиеся страны, такие как Эфиопия, это страны с ограниченным доступом к инфраструктуре, к финансам, финансированию и к другим аспектам, необходимым для развития цифровых технологий. Это, конечно, идет на поправку, но, тем не менее, у нас появляются все новые проблемы. Трудно создавать условия для малых и средних предприятий для развития. Это большой вызов. Мы с ним должны справиться. Так что частный сектор и государственный сектор, региональные местные власти должны вкладывать капитал в инфраструктуру. Это наше предложение. И мы считаем, что инвестиции в инфраструктуру электроэнергетики являются также весьма важными. Правительства стран должны стараться справляться с проблемами, которые являются так называемыми узкими горлами, то есть регистрация новых хозяйствующих субъектов и так далее. Хорошо было бы установить фонд инноваций и обеспечение
соответствующего финансирования. Это могло бы нам помочь привлечь новых предпринимателей, готовых пойти на риск в области цифровых технологий. Так что правовые рамки, правовое регулирование было бы, конечно, также необходимостью. Без этого мы никуда не денемся. Так что госадминистрация должна рассмотреть введение разного рода мер поощрения налогового характера, финансового характера, механизмов поддержки, финансовой, административной и так далее. Иногда случается так, что у кого-то есть конкретная замечательная идея, но у него нет ресурсов, нет финансирования. Такие проблемы стоит разрешать таким путем, чтобы стартапы, малые и средние предприятия могли бурно развиваться и внедрять свои идеи, воплощать их в жизнь. Частный сектор должен сотрудничать с государственным сектором, и мы должны создавать системы, которые позволят нам разрешать финансовые, юридические вызовы и другие проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели на пути к выполнению своих целей и мечт. Вопрос инноваций в сфере данных является весьма важным. Давайте помнить о том, что данные – это современная нефть, нефть нашего времени. Так что данные являются настоящим богатством. И нам нужны ресурсы, инструменты, которые позволят нам агрегировать, собирать, обрабатывать данные. В этом процессе все заинтересованные стороны должны принимать участие и сотрудничать в духе сотрудничества, но этот процесс должен быть также и очень прозрачным. Данные – это дорогостоящий ресурс, так что мы должны их обрабатывать весьма прозрачным образом. Очень многие субъекты собирают данные, в частности, госадминистрация. Данные собираются традиционным и цифровым образами, и данные надо защищать. Следует обеспечивать механизмы безопасной обработки и хранения данных в духе прозрачности. Следует также образовать политику по доступу к данным, по использованию нетрадиционных данных. Это, конечно, требует больших усилий с точки зрения госадминистрации. Стоит также задуматься об использовании открытых данных в пользу страны. Самое главное, чтобы данные были открытыми, чтобы они могли использоваться людьми с инновационными идеями. Очередной вопрос. Можно ли мне продолжать? Да, 30 секунд буквально, очень коротко, на тему финансирования. Да, что касается финансирования, я, конечно, как представительница развивающейся страны, могу сказать, что это для нас очень актуальный вопрос. Я хочу сказать, что все модели финансирования важны. Очень хорошо, что мы иногда можем выбирать между разными доступными возможностями, чтобы творческие предприниматели могли выбирать то, что их больше всего устраивает. Не знаю, как в развитых странах, но вот в Эфиопии все модели финансирования были бы нам нужны, и они пригодились бы нашим стартапам, поскольку у них иногда появляется проблема с финансированием. Они не могут развернуть крылья, так сказать, чтобы выйти в большой мир. Так что нам необходимы открытые возможности в этой сфере. Спасибо огромное. Давайте вернемся к вопросу инвестиций, если время позволит. А сейчас я обращаюсь к госпоже вице-председатель Тересе Червинской. Мы с интересом ждем вашей точки зрения. Огромное спасибо. Я, собственно, хочу начать в данный момент с того, что продолжу выступление предыдущей выступающей, который говорил о финансировании. Так что начнем со следующего. У нас разные типы развития финансирования.
на разных этапах предпринимательства или развития компании. На начальном этапе финансирование выглядит по-другому, чем на очередных этапах, и в разных отраслях, конечно, применяются разные модели финансирования. Здесь я согласна с тем, что было сказано. Нам нужна вовлеченность государственных учреждений и широкий набор разного рода инструментов для поддержки стартапов и цифровизации малых и средних предприятий. Если мы посмотрим шире на рынок, мы наблюдаем очень много так называемых узких мест, таких как финансирование капитала высокого риска, венчурного капитала и так далее. Такие виды финансирования могут поддерживать инновации. Мы должны как-то справиться с этим разрывом в области средств финансирования. Этот разрыв еще углубился во время пандемии. Наша группа старается предлагать очень широкий набор суд, кредитов, гарантий и инструментов финансирования типа equity. И очень важно, что мы сочетаем эти источники финансирования с другими инструментами, например, инструментами фондового рынка и фондами Европейского Союза. Для того, чтобы финансовая архитектура соответствовала данному конкретному проекту. И в конечном итоге хочу сказать, что мы также предлагаем техническую поддержку для того, чтобы подготовить наших клиентов к тому, чтобы они надлежащим образом могли составлять свои проекты. То есть мы им помогаем с самого начала, с этапа приготовления, начальной разработки, вплоть до конечных этапов. У нас большой опыт по оказанию услуг технической поддержки и консультационной поддержки. Малые и средние предприятия – это для нас самый важный приоритет. В 2020 году мы оказали поддержку 420 тысяч малых и средних предприятий. И это сектор, который создает много рабочих мест, в нем большая занятость. И можно сказать, что каждый год мы около 31 миллиард евро передаем малым и средним предприятиям в качестве финансирования, и также передаем их стартапам. Я очень горжусь тем, что мы можем показать именно такие цифры поддержки стартапов и сектора малых и средних предприятий. Так что мы предлагаем нашу финансовую поддержку не только крупным и известным предприятиям, но и молодым начинающим предприятиям в секторе новых технологий. Огромное спасибо. Сейчас тот же вопрос идет к Марии Франческе Спатализано. То есть, существует ли уже достаточная финансовая поддержка сектора малых и средних предприятий, или что-нибудь можно еще здесь исправить? Спасибо за то, что я могу высказаться. То, что было сказано, для меня очень важно, а именно стартапы и малые и средние предприятия, микропредприятия должны также, во-первых, понять, какую пользу можно извлечь от присутствия в интернете. Но мы, во-первых, должны обеспечить им связь и доступ в интернет. Мы знаем, что, по крайней мере, теоретически 95% мирового населения находится в кругу доступности мобильной связи. Но вот согласно последнему отчету Международного союза электросвязи, почти 3 миллиарда людей не имеют доступа
к интернету. Они живут в офлайновом мире, так что мы должны обеспечивать обучение цифровым навыкам, так чтобы те люди, которые, возможно, в будущем могут основывать свои компании, могли более смело работать в интернете. Мы хотели бы закрыть или сузить этот цифровой разрыв. И здесь появляется также вопрос о доступности. И могут ли малые и средние предприятия себе позволить нести такие расходы, расходы на инвестиции в цифровые технологии? И здесь мы должны предложить поддержку. Очередной вопрос – это модель финансирования. Я знаю, что наше время уже подходит к концу, так что я очень сжато буду об этом говорить. Несомненно, в некоторых странах доступ к венчурному капиталу проще, чем в других странах. Там, где имеется такой доступ, конечно, проще начать с нуля, даже стартапами, другим компаниям. Венчурный капитал бывает легко доступным, и тогда мы наблюдаем большой рост, существенный рост экономики. Мы говорится о том, что такие инвестиции могут достичь уровня 580 миллиардов долларов в 2021 году. Это огромнейший потенциал. Но вот на менее привилегированных рынках, где нет доступа к таким инструментам финансирования, конечно, такое развитие затруднено. Поэтому мы должны обеспечить вовлеченность государственных, международных организаций, учреждений для оказания поддержки. Но, возможно, иногда у нас слишком жесткий подход. Я работала много лет в Европейской комиссии, так что простите меня, если я себе позволю сделать такой отважный комментарий. Иногда стоит пойти на более высокий риск. Если бы мы были готовы рисковать, идти на риск, тогда мы могли бы лучше помогать развивающимся странам, нуждающимся в поддержке. Конечно, здесь необходимо содействие частных инвесторов с государственными учреждениями и публичными организациями. Хорошо было бы работать более динамично, чтобы откликиваться на динамичные нужды и потребности этого динамичного сектора. Сейчас в Польше 70% венчурных инвестиций – это деньги, которые идут из госбюджета. Так что это очень большой источник поддержки, даже не на самом раннем этапе, но и дальше, если мы хотим предоставить шансы развития стартапам. А сейчас хочу передать слово господину послу. Мы должны надеть наушники, так что позволим нашим слушателям, чтобы они надели наушники. Я помню очень интересную конференцию DivaTech во Франции, на которой говорилось о применении цифровых технологий. Возможно, вы сможете, конечно, это также прокомментировать, ну, либо ответить на мой вопрос. Опять я буду пользоваться замечательным переводом, но, как вы уже сказали, первая ответственность государства – это инфраструктура, в частности, в развивающихся странах. И эта ответственность – это доступ к интернету для всех, но к настоящему интернету, открытого, свободного и безопасного, а не интернету, который замыкает. И я знаю, о чем я говорю. Не интернет, который позволяет изолировать без разрешения. Сейчас мы имеем дело с чем-то вроде ложного интернета под доминацией оператора. То есть можно себе в этом интернете придумать другую идентификацию, банковское дело, вопрос платежей. Эта сфера нуждается в государственной политике, которая имеет нечто общее с экономикой. Франция в сотрудничестве с европейскими структурами действует таким образом, чтобы
что французская промышленность высокого риска нуждается в помощи государства, но для этого необходимы еще и эксперты, чтобы можно было дойти к софинансированию, совместному финансированию. Несколько лет мы уже идем по другой схеме. Во Франции что-то уже происходит, но мы хотим, чтобы это вырастало, чтобы появлялись эти единороги. Мы хотим, чтобы это было более распространенно. Иной момент. Необходима помощь в цифровой трансформации для малых и средних предприятий, потому что большинство рабочих мест находятся в этой ткани малых и средних предприятий, которые не справляются такими средствами, которые они могут вложить в экспертов, в консультантов по цифровым изменениям. Поэтому во Франции государственная политика помогает получить консультацию по работе в сети, чтобы малые и средние предприятия могли тоже извлечь пользу из цифровой революции для себя. Сердечно вам благодарен. Я с вами вполне согласен. Назову еще пример из Польши. В настоящий момент мы в ходе внедрения, по всей вероятности, крупнейшего европейского проекта, который мы называем Open Education Network, то есть открытая образовательная сеть. Пытаемся подключить 30 тысяч школ к интернету, высокоскоростному интернету. Хотим также предложить и обеспечить, гарантировать больший доступ к широкополосному интернету. А теперь уже пора выступить господину Виктору Макаровсу. Попросим вас прокомментировать. Спасибо. Вы спрашивали о том, как мы поощрять стартапы к инновациям. Я думаю, что мы можем их не поощрять, мы стартапы, имею в виду, мы можем поощрять людей создавать стартапы. Это ключ к успеху. Нужно ответить себе на вопрос, готовы ли люди учреждать стартапы, хотят ли они нести риски, готовы ли они к этому в моей стране. И с удовольствием я отвечаю, да, в Латвии, в моей стране предприниматели очень часто хотят быть частью цифровой трансформации и существенным элементом экономической экосистемы. Но для этого необходимы им подходящие условия. Это было уже сказано, что необходимы соответствующие политики, которые регулировали бы вопросы софинансирования, которые создавали бы непосредственные финансовые стимулы. А то, что мы сейчас делаем в Латвии, это такой подход по европейской модели создания цифровых хабов инноваций. Это то место, в котором предприниматели могут получить поддержку, консультацию по новым технологиям, могут научиться новым цифровым решениям. И это такая инициатива, которая разыгрывается под присмотром государственных властей. Если говорить о финансировании, то здесь мне приходится быть абсолютно честным и сказать вам, что, готовясь к этой беседе, я связывался с сотрудниками сектора ICT, и они чаще всего говорят о том, что прежде всего важна поддержка инвестора, такая конструктивная поддержка. И здесь существует некоторый диапазон возможностей. Иногда малые и средние предприятия обладают облегченным доступом к кредитным линиям, противоположность стартапам, потому что они являются уже признанными предприятиями, которые уже свое время на рынке действуют. Вы тут упомянули о капитале высокого риска, и в случае стартапов этого типа финансирование является также необходимым. Что интересно, в наших условиях, в нашей стране, и я это говорю тоже после разговора с представителями сектора ICT, эти фирмы не до конца заинтересованы инвестициями со стороны
внешних инвесторов. Они говорят о так называемом органическом развитии. Хотят эти предприниматели хотят автономно развивать свою бизнес-деятельность. Речь шла также и о евросоюзных фондах. Конечно, все мы ими пользуемся. И, в принципе, это все с моей стороны. Благодарю вас. К сожалению, время у нас уже истекает или истекло. Дискуссия очень интересна. Я думаю, что мы можем себе позволить немножко продлить эту площадку. А сейчас перед нами последняя часть дебатов, то есть свободные предложения. Если бы вы хотели на данном этапе что-либо добавить, то, пожалуйста, только прошу очень сжато высказываться. 30-60 секунд для каждого выступающего. Начинаем с госпожи министра. Спасибо. Одно я бы хотела добавить. Это то, чего я не добавила раньше. Правительство Эфиопии недавно ввел Национальный фонд инноваций. И этот фонд включает различные инструменты по финансированию, венчурный капитал, капитал ценных бумаг. Поэтому частные инвесторы прежде всего являются теми, кто учитывается на дальнейшем этапе развития компании. И в связи с этим мы стараемся гарантировать поддержку также на более раннем этапе развития, поддержку при сотрудничестве с коммерческими банками, инвестиционным банком. А поскольку мы будем следующей страной, хозяином цифрового саммита ООН, то с удовольствием я с радостью приглашаю всех приехать в Эфиопию. Благодарю вас за это приглашение. Надеюсь, что это у нас удастся в будущем году. Госпожа зампредседателя. Уважаемые дамы и господа, Европейский инвестиционный банк вполне замечает пользу, которая вытекает из цифровой трансформации. Особенно это нам показала пандемия COVID-19, которая довела к нашему сведению, что цифровизация необходима для обеспечения устойчивого развития на протяжении последующих десятилетий. Без цифровой трансформации не будем в состоянии развиваться, потому что мир, который ожидает нас впереди, уже цифровой. Я хотела вам сказать, что в течение следующего года мы будем уже заниматься, возможно, лучшим способом, как определить, как измерять и как проводить отчетность по цифровизации. Европейский инвестиционный банк вполне поддерживает усилия, направленные на устранение цифрового исключения. И я с гордостью хочу вам сказать, что наша поддержка охватывает уже сотрудничество с крупнейшими, важнейшими технологическими компаниями. В 2020 году мы оказали финансовую поддержку технические единороги, и мы верим, что, действуя совместно, можем обеспечить лучшее качество жизни и трудоустройства всем в мире. И еще, пожалуйста, очень короткий комментарий со стороны госпожи Марии Спатолизану. Как вам известно, Организация Объединенных Наций обязалась сотрудничать, проводить цифровое сотрудничество, публикуя план развития цифрового сотрудничества, подготовленный генеральным секретарем. Мы верим, что это должен быть многосторонний процесс, который будет привлекать участников, представляемых в том числе и здесь, в ходе цифрового саммита ООН. Еще несколько слов я бы хотела сказать о глобальном цифровом соглашении, предложенном генеральным секретарем. Эта инициатива, известная как Global Digital Compact. В рамках этой инициативы были начертаны принципы открытого, свободного, безопасного цифрового будущего. Это, конечно, очень сложные вопросы, поэтому нам придется многократно
укреплять друг друга в совместном обязательстве по улучшению глобального будущего, связи, глобальной связи, чтобы никто не оставался позади. Мы хотим всем предоставить доступ к многим возможностям по пользованию цифровыми публичными благами. Важным является, и будем об этом помнить, обработка данных, а также уважение к правам человека в цифровом пространстве, а не только офлайн. Мы хотим бороться с дезинформацией, с распространением манипуляций в интернете и любыми злоупотреблениями. Поэтому мы призываем всех вас к совместному участию в создании этого соглашения, и цифровой саммит ООН является подходящим местом для ведения этого типа дискуссии. Господин посол, может быть, я скажу такое. Представляете ли вы цифровой мир без Linux, без MySQL, без open source, без Википедии? Давайте представим себе такой мир. Безусловно, мы все должны пропагандировать, поддерживать эти цифровые общие блага, потому что мы все ими пользуемся. Конечно. И площадки типа open source, они тоже для нас важны. И господин Макаров, сегодня я говорю в основном с латвийской перспективы, поэтому хочу сказать, что мы готовы вовлечься в эти международные усилия и, несомненно, в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций посредством ЭКОСОК мы будем сотрудничать в пользу достижения целей устойчивого развития. Мы также будем делиться нашими лучшими практиками, нашими техническими знаниями в рамках рабочих групп ООН. Это рабочие группы, которые касаются новых цифровых услуг, но и кибербезопасности и безопасного интернета. Хочу также подчеркнуть, что управление цифровыми услугами должно в центре ставить человеческое достоинство и уважение к правам человека, без которых устойчивое развитие интернета не будет возможным. Благодарю вас, дамы и господа. Скажу еще одно. Несомненно, будет одно. Цифровая трансформация будет продолжаться, а нам необходимо быть все более эластичными, принимая новые технологии, правовые решения и стимулируя инвестиции. Хочу вас сердечно поблагодарить за ваше выступление. Благодарю за то, что вы поделились своими комментариями. И извиняюсь за небольшую задержку, но я думаю, она стоила этого. Благодарю всех, благодарю и желаю всем плодотворных прений во время этого саммита. А наши выступающие заслужили аплодисментов.